хурму продают. Мужики. Мужиков нет, они в машине там сидят. По 60 рублей хурма. Но оно мне не надо. Так, я быстренько еду. Еду в сторону дома. Все, купила все, что мне нужно было. Сейчас заеду, завезу кое-что одной соседке, которая тоже просила купить. И домой. Вот мусорка прикрывается, видите, грунт, урожай, удобрения. А на самом деле там мусорка. Да, ведь здесь. Я же не ошиблась. Нет, больше других тут входов нет. Тут знак такой интересный здесь есть. Заехать ни сюда, ни вообще никуда. Вот так же, вот как машина, видите, в колею встала. И вот из этой колеи я не смогла выехать ни вправо, ни влево. То есть так вот, как идет колея, вот так круголек домой сделала, и все. И остановилась за домом. Вот он, видите, в колее. Как и наша жизнь, да? И сложно выбраться. Но ничего, сейчас будет весна, все нахрен растает, и все дороги будут свободны. Да, котяточки мои, пришли меня встречать? Боже, ты не ела 3 дня и 3 ночи? Ладно, Алис, сейчас пенсию принесли, сейчас. Алискина пенсия. Алис, пенсию принесли, сейчас выдам, сейчас. Да-да, даю. Это 1 марта я отмечаю картошечку. И ничего меня сегодня не остановит от этой вкусноты. Ну что, я сижу, жду. У меня сейчас будет рабочая конференц-связь. Так, Широн молочко пьет. Все, блин, пока камеру переворачивала, нашел. Ширончик, вкусное было молочко? Как тебе? Нормально? Иди, расскажи нам, как молочко? Что? Облизываешься? Вкусное было молочко? Вкусное. Все. Теперь со всеми точно прощаюсь. Всем отличного настроения, хорошего дня. Помните, весна пришла. И это так прекрасно. Все, пока-пока. Что тут у нас с патиссонами? Да, Кристюш, отстань. Что тебе надо? На ручки. Смотрите, как вытянули за один день. Так, вот это просто трава. Давайте я ее уберу, чтобы патиссону место было расти. Там сейчас дуськи. Смотрите, какие хорошенькие. А там помидоры. Но они такие еще мелкие и жухлые. А эти прям бодрячком. Кристюха хочет. Так, уйди с моего пенечка. Не садись на пенечек, не ешь пирожочек. Давай.